Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. За прошедший день. Номер 120. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы за 9 апреля 2016 года. 9. Сегодня это уже у нас 10. Ну и тут, как всегда, эпиграф. Вот видите, какая, говорит, эпитафия надгробная. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. К этому подходило все медленно. Он не видел, что вплотную подошло. Как обычно, казахи придут, будут что-то сделать. Пришло время меняться. И Валтасар будет убит. Ему было страшно, это тяжело. Представь, все в этом быть и жить. И, ну, если я не император, ну хоть 100 раз отрекайся, мне-то как? Но сделай то, что касается меня. И он говорит, как сердце мое выдержало это все. Всем позвонил, а везде дядья его стоят, там, братовья, и все сказали, для пользы дело для Родины, а он Родину любит, солдат. Отрекся. Теперь обвиняют его. А если бы не отрекся, обвиняли бы в этом, уперся, поражение, то другое. Ничего нет. Выхода у него никакого не было. А отрекся правильно, с покаянием. Но вот это как клеймо осталось, везде особенно. И так как церковь была с ним, он хранитель был, все вместе, и от него мгновенно и церковь все уже не поминает, сразу временное правительство. Лицемерие одно. Все стали временному правительству сразу телеграммы поздравительные, Антоний Храповицкий, все прислали. Вот оно где. Это сегодня особенно, и церковь запятнана, это везде измена. Измена евангельским заповедям, измена канонам, измена святым отцам, все измена, измена Христу самое главное. Ну и трусость, это не на трусость, и корысть, это главная болезнь государства и церкви. Церковь трижды больная там, как Краснов, Левитин, в церковной истории говорил, 6 сроков отсидел. Ну и дальше, чтобы вопросы писали непосредственно мне на наш сайт. Я не бываю нигде, с переходами, с перекидами. Зашел там из администрации, и говорит, около ста вопросов ко мне запросы. Из Твиттера там, я где не бываю, в Фейсбуке, не бываю нигде. Пишите на наш форум. Форм я покажу. Мне, значит, оно безответно остается. Не потому, что пренебрежено, а потому, что доступа нет ко мне. Ну и дальше объявление, сколько раз даю. Кончилась помощь. Помочь краткое содержание роликом дать. Вот здесь. Почитайте, о чем написано. Вот. Ну и вот это на нашем сайте. Это не на форуме, на сайте. Я потом покажу. Много у нас там книги, все, нужно перевести вот в эту систему. PDF там. Как это сделать? Тоже не знаю. Ну сделайте. Покажите. Переведите или что там. Ну идут занятия у нас от Сергей Пупков. В среду, пятницу, заходите. Мы изменили только время. У нас тут сейчас не на 3 часа с Москвой, а на 4 разница. Алтайский край, Барнаул. Вот вчера мне одна знакомая пишет. Вот то другое, там неурядицы какие-то. Я отвечаю ей. Мой ответ. Наташа, мир вам. О вас с Женей молимся каждый день, как о наших благодетелях. Потерпи, это все переносимо. У многих намного хуже. Господь усмотрит для славы своей самое лучшее. Видите как. Больше ничего не надо. Надо верить о Богу. Где-то лежат люди, плененные. Самое тяжелое, что есть, это плен. Если ты даже больной лежишь, за тобой кто-то, может быть, ухаживает, там бывают родственники даже. А это плен. Полное попрание. Никаких прав у тебя ничего нету. Ты пленен. Заложников когда берут. Заложники вообще ничего не знают. Сидел дома, вытащили. Вот только нашего одного убьют, вот советская власть, а их 300 взяли. Да берут таких знатных людей. Они вообще никого не трогали. Если нашего убьют, а его вечером убили бояков. Всех 300 вывели, расстреляли. Они заложники. А они какое отношение имеют? Никакого. Сатана. Ему кровь нужна, он захлебывается ею. И на что интересно, как думал Ориген, что будет время, будет мучение, будет освобождение от зла, и покаятся все люди, и убийцы, и грешники, и блудники, и сатана покаятся, и превратится снова в ангела света. Вообще, очень заманчивая мысль. И все демоны, наконец, и все во все будет Бог. Все во все будет Бог. Вот эта вот фраза очень интересная. Очень. Ну, церковь это не приняла, но мысль эта все время где-то трепешется. Вот это. Кому? Да, а те, которые не принимают это, говорят, ну а кому это нужно? Мучение. День, два, три, год. Но если вечность. Кому? Богу надо, чтобы мучились. А не исправления нету. А зачем это нужно тогда? Смысла-то тоже в этом не усматривается. Никакого.
Ну, он мучается, раскаялся, уже понял. День Божий, два, три, ну, сто лет, тысячу, миллион, миллиард, миллиардной степени, ну, бесконечно. Тоже непонятно. Поэтому надо быть очень аккуратным здесь. Вот из Америки пишет. Инна Мельник. Игнатий Тихонович, можно ли найти Анастасию из Томска с 25.03.2015 год? Вы с ней общались. А очень расположилось к ней сердце. Ну что можно найти? Посмотреть ее. Я подумал так. Ну где я найду-то? Это не найду. Но маленько подумал тут. Я ей ответил, не знаю. А потом зарядил данные. Это 25. Я только 25 зарядил у себя в поисковик-то. И нашел ее. Нашел вот ее где теперь. Бери ее и смотри. Ну может быть она говорит связаться. А у меня вообще обратной связи никогда нету. Человек задал вопрос, отошел и навсегда. Я даже не знаю. Вот где отвечаю. Ну, сегодня день воскресный, времени вообще даже нету на эти рассмотрения. Ну, вот наш, куда перетаскивается все, это мой мир. Это моя страница, вот в шапке. Там еще дополнительно, я с голубем, то не то. А вот здесь именно, здесь каждый раз спрашиваю, сколько видео сейчас? 2973. Видите, сколько у нас. Это, конечно, не все здесь, но часть уже есть. Ну и фотографии. 18 916. Можно тут кое-что посмотреть. Приходите, смотрите. Тут можно вопросы задавать. Вот. Вот у нас форум. Я не пойму, что на форум. Вот выставляют здесь на форум. Вот такие вот. Это что я должен смотреть их. Отвечать я смотреть не могу, отвечать не могу. И все просят, дайте комментарии. И вот такие большие тексты, я не могу не читать. Краткое содержание, я всего этого знаю. У меня все это есть. Вот так. Но я не могу просто, никакой возможности нету. Ответить, ну, коротко, для спасения, да. А просто любопытство, ну, вот оно, православный форум. Вот он как выглядит наш. Заходите, новое вот здесь вот сообщение. И вот на общий поиск. 1580 тем разных. Это очень большой. И самый большой у нас, это большой. Наш именно, не просто из других где-то перетянуто. Наши личные ролики. 4200 с лишним роликов. Вот наш православный видеоканал. Тут можно что посмотреть. Кроме того, нажать, если вот главное здесь, я так ищу, главное. Тут идет выставлено жития святых на каждый день. 80-е годы я насчитал. Сейчас это архивы подняты, зацифровали. И один добрый человек вот это делает. По одному на каждый день. Это 1173. Ну и кроме того, вот наш сайт. Вот я говорил про сайт. Вот это книги здесь перевести там в 7 PDF и прочее. Вот наши книги. Биографические, вот проповеди, сколько, тысячи проповедей, тысячи ответов, тут о деревне, что строим с нуля, о детском лагере, вот здесь вот. Все здесь есть. Милости просим. На сегодня все. Богу слава.